Ежедневно Джамиля Раджапова наводит чистоту в подъездах многоквартирных домов на Кольцевой улице. Моет первый и второй этаж, а два раза в месяц проводит генеральную уборку. Обрабатывает поверхности хлором, отмывает почтовые ящики и двери. Весной во всех подъездах ее дома сделали ремонт, после чего следить за чистотой стало намного легче и приятнее. Все нормально, жители все хорошие. Каждый день первый, второй этаж помыла. Сами жильцы тоже отмечают, насколько чисто и комфортно теперь в их подъездах. После ремонта все очень красиво стало, аккуратненько все, чистенько. Все приятно зайти в подъезд. Замечаете ли, стало лучше убираться, хуже, как часто? Я не знаю, как часто, но в подъезде постоянно чисто. Я не отслеживаю, насколько часто убирается, но то, что чисто, это факт. Подъезд – это лицо дома, и по его состоянию можно судить о комфортности проживания в нем, уверены в управлении ЖКХ. Поэтому сотрудники администрации стараются оперативно реагировать на жалобы жителей и тщательно следить за состоянием подъездов в городском округе.